Огромное лицемерие. Так охарактеризовал критику в адрес России со стороны Запада министр иностранных дел Венгрии. Это заявление Петер Сиярте сделал на встрече с госсекретарем США. В ходе совместной пресс-конференции Майк Помпео обвинил нашу страну в попытке внести раскол в ряды НАТО. Но еще упрекнул Будапешт в слишком тесном сотрудничестве с Москвой. И вот что на это ответил глава венгерского МИДа. Когда речь заходит о России, я сказал об этом госсекретарю, то на европейской политической арене начинается огромное лицемерие и политическая конъюнктура. Посмотрите, это не венгерские, а центральноевропейские энергетические компании подготавливают и строят «Северный поток-2» вместе с «Газпромом». Это не венгерского премьер-министра, а французского президента позвали в качестве главного гостя на экономический форум в Санкт-Петербурге. Посмотрите на цифры, посмотрите на статистику торговли между западноевропейскими странами и Россией. Вы увидите, почему мы сыты по горло тем, что вы обычно нас изображаете как тех, у кого с Россией тесные связи.